Да, друзья, был у нас сюжетец там пару месяцев назад. Сосед по офису, там мужик пришел и говорит: Майкл, вот тут мы письмо пишем нашему локальному там представителю в Конгрессе, там женщина есть, и вот хотим, чтобы не забирали ящики почтовые, которые стоят тут у нас на плазе, потому что если вот их забрать, то придется куда-то далеко ходить, это неудобно, и в общем... А там объявление висело из почтового офиса, что в связи с неэффективностью вот этого места они собираются ликвидировать там в течение там 30 дней. И вот народ там письмо написал, и, в общем, ходили по офисам, собирали. Я как раз показал тогда эти ящики, мы пошли бросить письмецо и заодно показали эти ящики. И, соответственно, там ребята, некоторые распереживались и говорят: вы там потом скажите, как, мол, вот... Демократия-то сработала или не сработала вообще? Как? Чего? Ну и тут я смотрю, идет наш этот самый сосед. А я-то на почту не хожу никогда, так специально пошел просто, чтобы сюжетик снять. Смотрите, не бросаю ничего. Я ему говорю: как там закончилась история-то? Он говорит: да, говорит, все, говорит, принято решение, ящики, значит, не убирать. Я говорю: то есть смотри, говорю, значит, получается, демократия-то работает? И он так на меня глянул и говорит: ну это же, говорит, не демократия, это, говорит, так, говорит, мол, там, на нервы людям действовать, там, кнопки нажимать всякие, вот, которые чувствительные там на них. Ну, значит, не демократия, но, в общем, работает. Такой вот, значит, у меня рассказ. Поскольку просили сказать, чем закончится, я вот и рассказываю. Счастливо!